Думаете, молодильные ягодки бывают лишь сказки? Ошибаетесь, они существуют и в жизни. И название этих ягод состоит из двух сокращенных слов, которые имеют огромное значение для каждого человека. Эти слова – жизнь и молодость. А ягодная культура носит название «жимолость». Польза жимолости определяется химическим составом этого растения, в ее плодах есть незаменимые аминокислоты, глюкоза, фруктоза. Из органических кислот в этих плодах присутствуют лимонные, яблочные, янтарные и щавельные. Из витаминов жимолость содержит провитамин А, каротин, необходим для органов зрения. Витамины группы В улучшают умственную деятельность, память, повышают тонус организма. Много витамина С для продления молодости всего организма. Минералы. Магний нормализует мышечную деятельность, ускоряет обмен веществ. Натрий и калий обеспечивают нормальное функционирование клеток организма. Барий является средством профилактики болезней сердца, сосудов, а также желудочно-кишечного тракта. Алюминий способствует выработке желудочного сока, активизирует пищеварительные ферменты. Марганец помогает поддерживать структуру костей. Йод обеспечивает нормальную работу щитовидной железы. Медь нужна для усвоения железа. А цинк и кремний поддерживают здоровье ногтей, волос и кожи. Это универсальное растение нашло применение в народной медицине благодаря своим уникальным целебным свойствам. Плоды жимолости эффективные средства против жара при любых типах лихорадки, предотвращают появление калитов, гастритов и иных болезней желудочно-кишечного тракта. Высокое содержание калия способствует устранению отеков вызванных сердечной недостаточностью. Укрепляют стенки кровеносных сосудов, предотвращая тем самым развитие атеросклероза. Полезны людям, страдающим гипертонией, так как стабилизирует артериальное давление. Оказывают иммуностимулирующие действия, препятствуют старению клеток и образованию злокачественных опухолей. Плоды жимолости эффективны для профилактики, лечения болезней печени. Применяются при нарушениях обмена веществ любого происхождения, включая сахарный диабет второго типа. Настой из нее оказывает противовоспалительное действие. Им можно промывать нос и полоскать горло, лечить воспалительные процессы в желудочно-кишечном тракте соком жимолости излечиваются кожные заболевания и раны. Особо важно, все биологически активные вещества, содержащиеся в ягодах жимолости, усиливают эффект друг друга на человеческий организм. Полезные свойства жимолости не исчезают даже при термической обработке. Варенье из ягод полезно при гастритах и язвенных болезнях, при лихорадке и расстройствах стула, отеках и болезнях печени. Стоит ограничить употребление растений при беременности, поскольку его действие до конца не изучено. Не следует включать жимолость в рацион детям до 5 лет, так как содержащиеся в плодах вещества могут вызвать расстройство желудка у ребенка. Желаю вам всех благ! Применяйте знания на практике, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.